Как и все хорошее, рано или поздно все заканчивается. Но хотелось бы немного вспомнить. С того момента, как мы приехали в Новороссийск, взяли такси до Кабардинки. Да, это курортный город. Да, люди в курортном городе привыкли отдыхать. Местные жители тоже, наверное, уже устали порядком от этих коронавирусных ограничений. Но тем не менее, мы как будто бы очутились после большого мегаполиса в другом измерении. Все были без масок. Понятно, что купаться ходили, понятно, что на море маску ты не будешь одевать, это вообще смешно. Вот. Понятно, что рынки, открытые точки находятся на не в помещении, а на воздухе. Поэтому тоже как бы в маске нет особой необходимости. Но тем не менее, за все время отдыха, за весь отпуск я встретил всего лишь навсего двух людей в масках. Это однажды кассира в супермаркете, а второй раз в аптеке. Было два провизора там, я не знаю, как их назвать, продавца в аптеке. Вот, одна из них была в маске, вторая была без. На всех торговых точках, во всех забегаловках люди, которые стояли на раздаче, у них порой иногда даже перчаток не было. Но, тем не менее, маски ни на ком не наблюдали. Поначалу это казалось дикостью. Потом мы уже стали привыкать к этому. И под конец нашего отпуска мы это принимали как должное. Да, действительно было ощущение того, что ты вернулся куда-то в прошлое, в беззаботное прошлое, где не нужно носить маску, где не нужно спреем обрабатывать там дезинфектором руки себе, чаще мыть руки. Мы это и так все время делаем. Да, там есть везде дозаторы с дезинфицирующими средствами разными, но тем не менее они-то есть, но многие ввиду такой беззаботности забывают ими пользоваться. На удивление, даже не было никаких там эсэсов в плане того, что там кашля какого-то, там насморка, горло. То есть как-то отпуск прошел вообще беззаботно. Хорошая вода, хорошая погода, хорошо отдохнули. И вот я решил поделиться с вами, чтобы вы тоже увидели, что такие места на планете существуют, когда ты можешь свободно вырваться из стен мегаполиса своего, приехать в ту же самую Кабардинку, Архипа Осиповку там, либо другой какой-то маленький населенный пункт, где люди отчасти скептически настроены по поводу коронавируса, отчасти даже шутят над ним. Где люди живут совсем другими заботами, которым хочется, чтобы к ним приезжали люди отдыхать, которым хочется сделать этот отдых хорошим, ярким, чтобы в следующий раз вам опять захотелось приехать именно туда, а не в какую-нибудь там другую страну, скажем так. Отдыхать, конечно, нужно. Вот. Но с другой стороны, нужно будет еще сдавать кровь, нужно будет еще сдавать мазки на предприятии для того, чтобы работать. Нужно будет провериться самому, нормально ли все со здоровьем, потому что со здоровьем шутить нельзя. И периодически, когда заходил в магазин,
Сразу лез в карман, где я обычно ношу маску на джинсах, либо там на джинсовых шортах. Вот. Ну и, естественно, маски там не наблюдал. Потом уже эта привычка у меня уже ушла на нет. Теперь в городе, когда заходишь в какой-нибудь торговый центр, там, либо в магазин за продуктами, когда охранник напоминает о том, что нужно надеть маску, неловко вспоминаешь эти моменты из кабардинки. Всем добра, до здоровья. Не подвергайте свое здоровье лишней опасности. Носите маску, перчатки. Всем пока!